что, кто из нас первый? Диктор стучит. Зайдите, пожалуйста, входите. Но только ко мне, в мою операторскую, к нашим воротам мы вас не пустим. Кунцева, 2009. Заканчивает сегодняшний игровой день на нашем стадионе в ранге, в статусе гостей. Потому что так распорядился жребий. И у нас сейчас начинается... Первый тайм. Мы в белой форме. Мы в белой форме, и мы... Наши ворота слева. Баранов. Олимпиев. Ергунов. Основной состав команды «Авангард». 1. Фоменко. 8. 17. Аль-Раджев. 5. Амелин. 25. Василий. Здорово, Депутович. 4. Макеев. 24. Анисимов. 27. Курбаков. 7. Мехтиев. 99. Брюховецкий. 32. Пожидаев. Баранов. Туркин. Основной состав команды Кунцева. 88. Олимпия. 31. Смоляренко. 87. Туркин. 6. Баранов. 58. Гарсаян, 32, Горлов, 69, Дергунов, 7, Козлов, 20, Мосин, 77, Амельченко, 3, Толочко. Ну, во-первых, Толочко. Так, значит, Олимпиев. Здорово, ах ты, но Женек в последний момент зацепил мяч и будет аут. Заканчивает 9-й год сегодняшний игровой день. И у нас пока позитивненько все идет, за исключением 2011 года рождения. Зачетники все провели очень легко и свободно свои матчи. И у 8-го, и у 7-го, и у 10-го года одинаковые победы со счетом 4-0. 11-й год выиграл 1-0. Давай, Степан. Ай, не перебросил, ай, не перекинул на Толочка. А тут вне игры чистейший вне игры. Так что нам надо подтвердить реноме сегодняшнего игрового дня и плюс подтвердить статус лидера группы. У нас 4 победы в 4 играх. 24 гола забили, 3 пропустили. Отбор за нами. Баранов. Гарсаян. Чуть-чуть точнее было бы лучше. И у нас разница между нашими позициями 3 строчки. Мы на первом, а Авангард на четвертом. У них после 3 игр, у них одна игра в запасе. Одна победа, одна ничья, одно поражение. 10 забили, 3 пропустили, 4 очка. У нас 12, я уже говорил, да? Подскользнулся. Козлов, Дима, вставай. Все, пустите вратарю. Можно было, конечно, пропустить, если бы Антоха там покомандовал. Олимпиев. Толчочек в спину. Вратаря подключают. Ух ты, чуть-чуть Димон не обокрал Козлов. Баранов. Прессингует Степан. Туркин. Толочка.
Не точно, Димон. Красный аут. Серега Туркин. Хорошо, что не в камеру. Значит, не изменяя традиции, поздравим юбиляр, 15 лет как-никак. Вот Степан Амельченко у нас на этой неделе, 14 числа у него был день рождения. Наши поздравления с пожеланиями хороших игр. Козлов, здорово. Ай-яй-яй, сильновато. Ай-яй-яй, далековато, не точновато. С пожеланиями хороших игр, хороших красивых побед, красивых голов. И самое главное, здоровья и без травм пройти максимально длинную спортивную карьеру свою. Не получилось у Дергунова. Гарсоян. Гарсоян, точнее, Гарсоян. Баранов. Колочка добраться до мяча. Ой, молодцы, красавцы. Ой, красавцы, как прошли. И ему же. Вот это разлинували. Нет, Дима, долго думал. Серега Туркин, Гарсоян. Козлов, Дима. Мосин. Амельченко. Ой-ой-ой, здорово Степан поставил. Баранов не потянул носочек. И очень высоко, очень далеко, очень неточно бьет по воротам авангарда. Степан подскользнулся в Степиках. Да, еще раз поздравляем. И желаем всего только самого наилучшего. Только самого чистого, искреннего и наилучшего. И доброго. Так, продолжается игра. Амельченко. Пошел в обводку и выносит. Приходится капитан, кстати, правозащитник у них или центральный. Выносит далеко за трибуны мяч. И пошел туда Гордей Дергунов. Сейчас можем поставить паузу. Так, вернулся Гордей. Будет подавать аут. Гарсоян упускает. Баранов подобрал. Гордею Дергунову. Накрыли. Долго рассуждал. Туркин. Хорош, Степан. Встал. Ой, Мосин точнее. Ой, Вова точнее. Шире. Прессингуем. И будет аут у красных в пользу. Нет, не уйдет. Все-таки ушел. Смоляренко выбивает его. Еще раз Смола выбивает. Теперь наш аут. Хорош, Гарсоян. Здорово, Степан. Мосин, можно налево. В разрез. Не. Ой-ой-ой, облизал крестовину мяч. Это было близко. Это было очень близко. Хорошо. Козлов. Мосин.
Баранов. Короткая на Мосина. Баранов доберется. Добрался. И кто еще? Вау, вот его. Куда же еще? Козлов оставляет Гордею Дергунову. И Гордей приходит на аут. Ай, не доброс. Ай, не доброс на Степана. Олимпиев. Гарсоян. Баранов. Гарсоян. Мосин. Не ждать, не ждать, не ждать! Принимаешь, обрабатываешь, теряешь время. Здорово, Димон. Здорово, толочка. Провожает мяч за боковую, за лицевую. И Антониони вводит мяч от ворот. Свободный удар. Благодарность особенная и просто неимоверная нашим сотрудникам стадиона. Вы бы видели, что было в середине недели, что было вчера, позавчера. Буквально сильно. Дима, Димочка! С этим полем. Во-первых, снега по колено, а под снегом слой льда. И вот специальные реагенты есть для... Именно для футбольных полей. Смолеренко. Туркин. Толочка. Закуплены были Кабановым Игорем Александровичем, оплачены. И проведена просто титаническая работа. Титаническая работа, которая... Мосин первый? Нет. Позволила поле из никакущего сделать одним из лучших после всех этих перебитий ледяных, которые без подогрева. Олимпиев. Гарсоян. Ой, Гордей. Баранов за руку тянет. За руку тянет. Мосин. Толочка. Куда ты его? Ну куда ж ты его? А угловой. Мосин. Разыграли. Ой-ой-ой, высоковато. Даже для Туркина от Сереги. И будет провожать. Нет, не упустил. Гордей, аккуратней. Теперь Гордей его за трибуны закинул. Ту куда сам и ходил. Пауза. А вот на дальнем фланге. Туркин головой. Ой-ой-ой-ой. Смолеренко. Толочка. Баранов. Амельченко. Хорошо, хорошо, да. Поднапряг, аут уже почти возле углового. Это лучше, чем ничего. Здорово, Туркин. Гарсоян. Хорош Артемка, но там подстраховал. Подстраховал центральный защитник. Олимпиев. И это ваут. Это ваут. Гордей прикроет корпусом. И мяч будет вводить из аута. Степа все ищут. Степ, ты где? Ну, добрось хотя бы до него. Головой Олимпиев.
А вот. Козлов. Опустить его, опустить, парни. Надо, надо низом играть, поиграть. Вот так, вот молодцы. Толочка пройдет? Нет, не пройдет. Мяч такой. И сейчас никто не зацепит. Дима, а что стоит толочка? Дима, мы могли сделать два шага. Ты был у первой. У Мощина было дальше расстояние, чем у тебя до мяча. Можно было попытаться. Прессингует Амельченко и заставляет выбивать далеко. Далеко. Что такое происходит? Так. Горлов. Толчок в спину был, судья рядом вроде лояльно, лояльно относится к этим мелким фолам, чтобы не ломать игру на зеркала мелкие. Здорово, Димочка. На Горлова сбрасывает Туркин, и Горлов высоко, но все-таки мяч уходит. Нет, судья рядом не стал свистеть. Уй, Степан Атул только что ушел, пошел на этот мяч побороться. Здорово, здорово, если бы еще чуть-чуть. Мусин. Смоляренко. Хорош, Смола выдавил, умница, молодец. Отворот. Поработал Антон, поработал Антон над этим элементом. Видно, что начал хорошо вводить мяч. У него были всегда с этим сложности. Мосин. Ай, не точно. Ай, не точно сейчас отдавал. Кто это у нас там был? Козлов? Смоляренко. Баранов. Дим, не глядя даешь. Дим, не глядя даешь. Гарсоян. Олимпиев. Вдвоем на мяч, надо идти забирать. И забрали. Мосин. Козлову. Козлов, почему не падаешь? Тебя явно сбивали, Козлов. А пятка, если бы сыграл, то вообще был бы шедевр. Там стоял Гарсоян. Наш аут. Нет, не наш. Подозрительно. Показалось, что Мосин заставил выбить мяч игрока авангарда в аут. Хорош, Смола. Хорош, Смола. Гарсоян. Ой, Гордей. Не точно, не точно, Гордей, Дергунов.
наш аут. Дергунов с мячом. Баранов. Туркин. Вы что творите, а, Димон? Вот это вы выдали, а, перепас. Баранов, Мосин. Ай, налево надо было. Ай, налево надо было разворачивать. Там уже все истоптали. Там уже трава дымится и горит от ваших движений. Прикрывает Женек. И все-таки, блин, зацепил под конец. Хотел ваут выбить, но выбил угловой. Угловой авангард. Антоха, расставь. Антоха, расставь их как надо. Степан первым должен быть. Степан первым должен быть. Поставил на Мосина. Выдавили Вову. Странно. Баранов. Мосин. Козлов. Аут. Что происходит-то, ребят? Ну понаглей будьте, слушай, ну отсюда было видно, что аут-то мы вбрасываем. Вы стоите, ждете от кого-то каких-то подачек. Подошел, мяч забрал и вбрасывай. Все стоят, смотрят, кто будет водить, кто будет водить. Кто был наглее, тот и взял мяч и подает. Внимательно, тут могут быть лужи. Антох, 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 что за прием? Что-то млеют у меня конечности все. Отворот. Нет, угловой, еще один. Что происходит, ребята? Очень неприятный ветер в нашу сторону, в наши ворота. Дергунов выбивает его головой и штрафной. Но мы не добрались. И пошел Степа. Давай, Степан. Давай, 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 давай. Хорош, Степочка, давай еще. Ах ты. В него попадает защитник от ворот. Гарсаян, коленом потом еще раз. Козлов. Ай-яй-яй, Димон, ай-яй-яй, ты технарь у нас, что у тебя произошло? Почему так принимаешь жестко? Ой, Гордей как сыграл. Еще раз, но правда в лужу себя загнал. Серега ваут его хотел, перехватил 27-й. Здорово, Серый. Дергунов. Спина, спина, Вова, спина, Вова!
Толбочка. Ой, Степа, ой, не подготовился. Степан развернул, хорошо. Прокинул защитника мимо себя, но с левой хотел ударить, а левая была далековато от мяча. Здорово, толочка сейчас проткнул на Амельченко. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте-ка мы вернем игру на эту половину. Что-то непонятно происходит последние 7-10 минут. Отворот. А бить надо. Антон. Ты как первый раз берешь мяч 3-5 раз как следует, стучишь его об землю, заодно и перчатки обиваешь, и мяч у тебя от снега очищается. Гордея выдавили от мяча, и почему-то вот уже который раз на нашей половине, мне совсем это не нравится, Мосин, Олимпиев. Не зацепился, Степан не зацепился, не добрался. Смолеренко. Почему-то наши решили вбрасывать аут. Хотя, по-моему, там от Смолеренко мяч ушел. Гарсаяну Степан поставил. Гарсаян на левый фланг. Козлов принимает и на Дергунова продлевает. Мосин. Натолочка. Дима забить. Дима забить! Что за прием? Как будто ты его не ногой, а оглобли принимаешь. Бросай, Валера! Ой-ой-ой. Степан сбрасывает на вратарскую. Козлов не успевает. Олимпиев. Ребята в аут играют. Это незнакомая для меня игра. Давно забыл я про нее. Хорош! Ай-яй-яй. Здорово, Дергунов. Аут. Перерыв. Очень тревожно перед вторым таймом. Что-то надо там нам изменить. Перерыв 0-0. Второй тайм начинаем. Теперь мы справа. С одной замены у нас вошел в игру Просветов. По-моему, заменил он Баранова. Я не вижу, пока посмотрим. И разберемся по ходу игры. Дима Баранов, да, он пошел в раздевалку. Аут. Дышь, дышь, Валера, дышь. Женя, аккуратней, Женечка, аккуратней. А, и Гришенцов. Гришенцов тоже у нас в игре. И вот что он творит, Гришенцов. Айди,
Что это было, Михаил? Да, нервненько начинают они. Перевод, нет, ни перехвата, ни подбора. Козлова сбивают, судья молчит. Версаян. Просветов, ой, как шикарно, но сильно. Но сильно вратарю в руки. Так, Просветов сейчас будет раздвигать в шире фланги атаки своими пасами. Я надеюсь... Ух, подскользнулся парень. Туркин. Точнее. Козлов. Шикарно. Боже, толочка, вставай! Подскользнулся, как не вовремя. Пасулю хорошую Козлов выдал. Мяч ушел же, ну видно же отсюда, что ушел. Да, ушел. Олимпиев. Добро, Смола! Хорошо, дай, хорошо! Смоленко надо было отдавать, а не Мосину. Смоленко на ходу, а Мосин стоячий был. Чисто, Смоленко! Мосин. Ай, Козлову не нагнать его. Не нагнать, Вовочка, не догнать его. Аут. Хорош, Женька. Так, Павшенцев у нас заходит в игру, а вместо кого? А кто, кого мы заменим? Так мы в девятером, что ли, играли-то? Вот это да! Вова, зацепись. Вова, еще чуть-чуть, пожалуйста. Ай-яй-яй, середину мы проиграли, парни. Середину проиграли. Все. Берет, Мишка. Берет спокойно. Нет, точнее. Такие точнее в ноги надо. Но он же идет поперек, а не вертикально. Туркин. Смоленко. Толочка. А, вот. Добраться до мяча надо, ребята. Опять середина чужая. Что ж такое-то?
Хорош, ой, хорош, Женек. Пашуцев, кому? Кому, Кирюха? Блин, ну у тебя зона была впереди свободная, Гордеев, в нее иди, центральная зона. Один. Гарсоян. Один. Мосин. Гарсоян. Толочка. Почему не на Степана? Дима, на Степана, ты вратарю отдал такой подарок. Здорово, Жека. Степан, давай. Так, у нас в игру заходит Шилов. Токарев, уходит Толочка и Олимпиев. Смола не туда. Ах ты. Но уже когда мяч летел, можно было понимать, что ты... Как ты сыграешь в мяч и куда? Пока он летел. Все, Мишка должен выйти. Мишка должен выйти и снять спокойно. Здорово. Ой, обыграно как. Павшинцев. Мосин. Рассветов можно проверить. Ну что же, он стоит, он не бежит. Нет, нет, Просветов, ты сейчас зря руками разводишь. Степан не набирал ход для такого паса. Если бы он бежал, как сейчас, допустим, бежит Павшинцев. Вот, Степан стоит на линии офсайда и ждет паса в ноги. Вот, если бы он набегал вот так вот. Штрафной, штрафной. Не тут было. Просветов не тут было. Вот судья правильно указывает. Вот здесь добивать! Серега Тулкин с мячом. Сережа, в ствол! Ребята, отскок. Ребята, ждем отскок. Ждем отскок, я же сказал! Ждем же отскок! Ну что мы стояли, смотрели, как Токарев защитник пришел добивать! Где нападение? Угловой теперь у наших ворот. Парни, вот сейчас возвращаемся к розыгрышу штрафного, пробитию штрафного. Когда только Сережа разбегался... Надо было с таким же запасом быть до линии офсайда и вбегать параллельно с ударом. Но вы бы были не в офсайде, но уже вы бы были на мяче. Ну, ребята! Ой, как опасно. Степан, Степан, прессингуй. Степан, мешайся. Замена у номинальных хозяев сейчас. Стоп, стоп.
По поводу результата на данную минуту этого матча, у меня есть свои определенные умозаключения. Значит, послушайте, и кто-то может согласиться, кто-то может меня поправить. Мы всю неделю не тренировались. У нас одна тренировка была только вчера. Вот. Но не это, мне кажется, основополагающий фактор того, что нам так трудно дается эта игра. Основополагающий фактор заключается в том, что, по-моему, плодотворно поработала тренерская команда «Авангарда» над подготовкой к этому матчу. Вот поверьте мне, по-моему, изучали они все видео. Степана, лучший бомбардир на данную минуту, ну, как минимум до этого матча, среди игроков 2009 года по второй лиге, держит персонально четвертый номер. Вообще от него не отлипает. Вообще к нему прилип и не отходит. Если Степан куда-то передвигается, то он его передает защитнику другого формата. И угловой будет. Да, будет угловой. Уже поинтереснее. Мосин. Ребяточки, кто-нибудь ближе. Хорош, смола. Ой, хорош, смола. Зацепили сзади по ногам. За это можно и желтую огрести. Рассветов, это отскок будет. Сеня, это отскок будет. Но не набегают они. Ну не набегает на такие мячи, сложно его догнать, когда он в 3 метрах от штрафной бьется и следующим касанием уходит за лицевую. Мяч улетает, скользит, граница. Вот об этом же я сейчас говорил, что и хрипит сорвавший голос Владислав Игоревич. Токарев. Не точно. Ой, не точно сыграно. Шилов первый. Наш аут, нет? Аут красный. Штрафной сейчас будет. Так, в игру сейчас войдет Муравьев и Дюмин. В серединку, кого мы будем менять, интересно, я не знаю. Токарев. Дергунов. Павшинцев. Ой, хорош. Спешишь, Степа. Спешишь, Степа. Шилов не достал. Но наш аут. Угловой или аут? Еще один аут. Ну вот сейчас выбрасываю мяч вратарю в руки, выбиваю. Хорош, Гордей. Не спеши, не спеши, Просветов, не спеши, пожалуйста. Ай.
Ой, Шилов, неподготовленный к этому мячу был. Почему пятишься? Наоборот, к нему сделай шаг и на грудь примешь. Вот как сейчас, ты же сыграл? Пашенцев здорово. Штрафной. У нас будет две замены. Уходит Мосин и Гарсоян. Заходит Демин и Муравьев. Замены проведены. Токарев у мяча в центральном круге. Сереж, погоди! Откати Толя Турка. Арсений, не терять. Не терять. Хорош, Смола. Ай, Степан хотел пяткой. Молодец, задумал, не получилось. Ничего, ничего, еще время есть. Еще время есть у нас. Кто-то еще, кто-нибудь еще? Да-да-да, ах ты, не успели, не успели. Гарсоян, Гордей, здорово. Павшенцев. Муравьев. Вперед! Ах! Хорошо бы, да в створ бы, да пожестче, да порезче. Ты-то назад развиваешь, а так. Нет просто сил смотреть. А уж комментировать тем более. Все колотится внутри, простите. Я немножко помолчу, но по ситуации, естественно, я буду что-то докалякать. Цепляет. Просто за руку цепляет. Висит на Степане этот. Кирюха! Поскочил, да, мог перехватить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот за это можно и желтую. Это было умышленное движение рукой. Ну, теперь они будут ломать на куски игру, на всякие... Ой, сильно. Арсений, ну у тебя почему-то обидно, ты разводишь руки после своих пасов. Они не стоит задуматься? Может быть, пасы не такие немножко, а? Ну ты даешь в зону, да так сильно, где для разгона-то всего 10 метров остается. Муравьев. Ой, елки-палки. Витя, ваут можно. Можно, да, Витя. Главное не фалить. Говорова Муравьев пришел, а Туркин ваут выбивает. Не хватало, чтобы они за раз за полчаса, за 10 минут приходили к нашей штрафной и голы забивали. Вот это было бы очень нелогично и обидно.
Отворот. Отворот. Пешенцов. Куркин. Нет, не играем. Шилов. Нет, не игры. Кто-то должен был замкнуть этот мяч. Кто-то должен был зацепиться за него. Куда ты, Гордеюшка, куда ты? Муравьев. Муравьев к мячу, иди, не спорь, не жди. Стоп! Стоп! Нацелься на ворот! Ай, ребята, после ввода аута мы просто отдаем мяч, свободный удар от ворот. Ну как так? Ну как так? Это будет в ауте. А, Козлова нет. Вот в чем дело. Павшинцев вошел в игру в начале второго тайма. Мы играли без Козлова. Была замена проведена. Токарев. Хорош, хорош, мала. Давай, Муравьев, чуть-чуть. Степан цепляться. Шилов, молодец. Ай, не точно. Ай, неправильно. Гришенцов поскользнулся, как опасно это было. Ой, сейчас каждый удар. Мы же не бьем, мы же не бьем. Витенька, Витя. Гордей. Дергунов. А, вот красные. Нет, Гордей мяч уходит. Ай-яй-яй. Арсений, Арсений. Арсений, ну видно же, что в него попадешь. Здорово, Смола. Кирилл. Ой, не туда, немножечко, не туда, немножечко. Шилов, Шилов! Ну какой смысл смещаться к игроку, если ты его обыгрываешь в 5 сантиметрах? Ну если обыгрываешь на скорости, тогда это делай. Зачем к нему приближаться-то? Юра. Муравьев. Муравьев зарабатывает желтую. Муравьев зарабатывает желтую.
Юр! Юр! Шилов дошел до штрафной. Бей! Зачем тебе еще в штрафную? Ты боишься не добить до ворот, что ли? Ну, в любом случае, это было бы решение лучшим, даже если ты мимо ворот. Вот представь сейчас, что произошло. У нас пошла контратака, и нам фалить приходится. А если бы ты ударил, просто-напросто был бы от ворот удар. Нет? Свободный. Да, свободный удар был бы. Вот о чем, Юра, вот о чем тренер говорит. Ударом должны атаку завершать. Ты дошел до штрафной площади, до линии штрафной площади. На этой линии стоит защитник, и ты еще к нему смещаешься. Бей, бей, боже мой, для чего ты это делал-то? Ты хотел улучшить позицию? Ты Месси или Криштиану? Ну кто так делает, если мы просто Кунцева? Гришенцов. Кто у нас тут? Павшинцев ближе. Павшинцев ближе. А, вот. Возле углового флажка. Вот. Вне игры. Разве он был вне игры? Степан был ближе к лицевой линии, чем Павшицев, когда он ему назад возвращал мяч. Ну, не знаю я. Степа, смотри, сейчас время тянешь. Просветов. Проверяй. Мы вообще не били. Хорошую догнать, 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 Шилов, догнать! Нет, опять Просветов сильно даешь. Ну не ходу он. Он стоит на месте. Для такой скорости мяча нужна скорость бегущего. Но ты же видишь, что он не на бегу. У нас провал на правом фланге. У нас кто-то должен был еще здесь быть, кроме Степана. Чтобы не он уходил из центра. Шилов. Маленький Шилов против огромного какого-то там, смотрите, монстра. Да, игра заканчивается. А у нас во втором тайме особых голевых моментов-то и не было. Просветов. Павшинцев. Пора, пора, пора. Грузите туда, грузите туда. Ну что же вы опять пас назад делаете, ребятки? Ну что же вы опять пасуете назад? Ну у вас ворота надо искать, а не сохранить мяч, лишь бы абы как. Последняя атака, ребята, это последняя атака. И все. Ну что вам сказать, дорогие мои друзья? Все когда-то происходит впервые. Вот и вы впервые сыграли в этом чемпионате зимнем в ничью. Вот и вы впервые не забили ни одного гола. 0-0. Я не знаю, поздравлять, не поздравлять. Соперников точно можно поздравить, а вас можно посоветовать поработать над реализацией. 0-0, до новых встреч.